Ремонтные работы в третьей школе завершены почти на 80%. Об этом журналистам «Ноябрьск-24» рассказала ее директор Татьяна Соколовская. На всех этажах здания практически завершена укладка пола. Теперь строители приступили к художественной покраске стен и замене сантехники. Впереди установка дверных проемов. Закончить работы, согласно контрактам, подрядчик должен к 30 августа. Педагоги надеются, что к этому времени капремонт завершится и учебный процесс начнется своевременно. Этот вопрос волнует и родителей учеников. Напомню, что столь масштабного ремонта в школе не проводили почти 30 лет. Полы уже практически завершены. Это самая главная и тяжелая, ну, емкая работа была. Полы держали абсолютно все. То есть нельзя было начинать работу со стенами, с потолками, установку дверей делать, потому что полы шлифовались специальными машинами. Вода работала, машина работала, все забрызгивалось. Поэтому на сегодня мы полы завершаем. Осталась нам только художественная покраска стен. Ну и далее замена сантехники. Сантехника уже заменена, тоже, видите, новые радиаторы установлены. И замена осталась дверных проемов.